Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам хочу дать совет, как ставить толстую пряжу в тонкое игольное ушко. У нас часто предполагается ручная работа, и мы должны пользоваться иглой. Но игла у нас тонкая, а пряжа толстая. Для того, чтобы ставить такую толстую нить в такое тонкое ушко, мы используем специальное устройство. Вот это конкретно это устройство для вдевания нити я приобрела на Алиэкспрессе. Стоит совершеннейшие копейки, по-моему, меньше 10 рублей. Вот такая вот такой вдеватель. Продеваем его в игольное ушко. Нацепляем нить и мы вставили нить в тонкое игольное ушко и можем продолжать свою работу. Если это видео было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.